Сомали. Это восточноафриканское государство входит в пятерку стран с наибольшим числом голодающих детей. Здесь каждый седьмой ребенок возрастом до 5 лет страдает от острого недоедания. По данным ООН, более 1 000 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате военного конфликта в стране. Сейчас власти сумели немного стабилизировать ситуацию с безопасностью, однако гуманитарное бедствие не отступает. На днях гуманитарная миссия ООН в Сомали провела в Могадишо пресс-конференцию с призывом о срочной помощи. Прямо сейчас у нас 900 тысяч человек, которым необходима срочная гуманитарная помощь, и среди них 200 тысяч детей до 5 лет. Кроме того, еще 2 миллиона человек находятся на грани продовольственного кризиса, и если им не уделить внимания, они очень легко могут в него окунуться. Ситуацию осложняет то, что боевики «Аш-Шабааб» целенаправленно блокируют маршруты поставок гуманитарной помощи и коммерческой деятельности. ООН призывает власти Сомали уделить больше внимания этой проблеме. Организация также обращается к мировому сообществу с призывом срочно собрать средства для нуждающихся сомалийцев. Чтобы удовлетворить их самые насущные потребности в ближайшие 2 месяца, нужно 60 миллионов долларов. Когда я говорю «самые насущные потребности», то имею в виду минимум, необходимый для того, чтобы выжить. Не говорю об обеспечении стабильности или облегчении страданий людей. Говорю именно о сохранении жизни. Это означает позаботиться о 50 тысячах детей, которые страдают от недоедания. Срочности также прибавляют и то, что в Сомали намечается очередная засуха. Кроме того, растут цены на продукты питания.